Привет, друзья! Хочу поделиться с вами радостью от покупки новой пары баскетбольных кроссовок. Многие мои постоянные зрители знают, что я лютый фанат Jordan Brand. Но в этот раз я приобрел пару от китайского производителя. Не, ну понятно, что все кроссовки производятся в Китае, но здесь именно бренд китайский. Но в отличие от устоявшегося мнения, что китайские не только кроссовки, но и вообще товары дешевле аналогов от мировых брендов, эти кроссовки стоили $200. Это дороже, например, чем флагманы от его воздушества 33-й Джорданы, обзор на который у меня недавно был, вот ссылка на него, и которые стоят $175. Кроссовки приехали вот в такой коробке, я специально закрыл бренд, чтобы вас еще немножко помучить. Каждый кроссовок был упакован вот в такой индивидуальный мешочек. Да, я продолжаю вас мучить, но ладно, покажу. И это Li-Ning Way of Wade 7. Кроссовки из именной линейки моего любимейшего игрока Дуэйн Уэйда. Как вы наверняка знаете, в этом году он завершает свою карьеру в НБА. На его счету множество титулов и достижений, главное из которых 3 чемпионства НБА. Кстати, если вы хотите, чтобы я сделал видео про кроссовки, в которых Уэйд играл в течение своей карьеры, то напишите, пожалуйста, об этом в комментах. Ну и также у меня уже было видео про его третью модель от Li-Ning, вот ссылка на него. Вообще любую модель флеша от Li-Ning отличает огромное количество сочнейших расцветок. А вот эта пара, по моему мнению, так вообще квинтэссенция эпатажа и буйство красок. Шузы выполнены в розовых цветах в честь года свиньи по китайскому календарю. Вообще же свинюшка у китайцев олицетворяет удачу, счастье и везение. Яркие оттенки желтого, зеленого и розового также отсылают к цветам Нового года в Китае. Из прикольного еще это светоотражающая краска на лого бренда, а также координаты на вот этой петле. На одном из кроссовков координаты Чикаго, родного города Уэйда, на втором же кроссовке координаты штаб-квартиры Li-Ning в Пекине. Именно с этой расцветкой связана прикольная история. Официальный релиз этого colorway был 13 февраля в США всего в 2 магазинах. Ценник был, как я уже говорил, $200, но из-за ограниченных продаж они уже перепродаются в Штатах по $300-$400. И честно говоря, я был не готов отдавать такие деньги за эту модель. И что же я сделал? Я зашел на официальный сайт Li-Ning, выбрал раздел баскетбол и weight и был переадресован автоматически на официальный магазин Li-Ning на AliExpress. И о чудо, там эта расцветка и многие другие перепродаются во всех размерах за уже вменяемые $200. А еще вы можете воспользоваться кэшбэком и вернуть часть средств. Про кэшбэк и вообще про заказ кроссовок из-за границы я рассказывал в своем предыдущем видео. Если вам интересно, вот ссылка на него. И как я уже говорил раньше, это вопрос к очень странной маркетинговой политике бренда Li-Ning. По факту же получается, что кроссовки, которые были анонсированы как редкий и ограниченный релиз в США, можно свободно приобрести на AliExpress в любое время. Ладно, не буду грузить вас своими мыслями по странной политике Li-Ning, потому что об этом я могу рассуждать долго. И конечно же я планирую выпустить видео с полноценным тестом этой модели. Пока же я хочу сказать, что вот под первым впечатлением это просто мега качественные кроссовки. Все выполнено просто на высочайшем уровне. Я вот держу их в руках и совершенно не могу к чему-либо придраться. И на этой китайской ноте я с вами прощаюсь. Ну чебучи!